Всем привет, с вами я, Цитрус0974. И сегодня у нас третья серия лайтового летсплея во время дистанционного обучения по первой ПВЗ в стиле «Сделано на коленке». Да, вот я записываю, значит, третью серию. Давайте продолжим все же приключения. Ведь надо сначала же его пройти, правильно? Так, ну и на том видео, в голосовании на предыдущем, тоже этого летсплея в кавычках, проголосовало всего два человека, но оба человека этих проголосовали за то, чтобы я это дело продолжал, и продолжал первую ПВЗ, поэтому вот, собственно. Так, у нас крыша, и у нас зомби с катапультой. Так, и что же нам с ним как сражаться? Чеснок не поможет, чеснок вообще... Достаточно бесполезное растение, можно лишь в отдельных стратегиях применять, но я, как правило, его не использую. Так, чем же мы будем бороться с зомби с катапультой? Ну, можно что-нибудь, орехи какие-нибудь сзади поставить, я, наверное, так и сделаю. А может, тыкву попробовать? Ну, вот возьму тыкву и посмотрим, будет ли она спасать или нет. Или все равно будет задеваться растение, которое в ней. Ладно, так, чтобы еще взять? Ну, вишню возьму. Все, поехали. На старт, внимание, сажай. Нормально переведенной версии это. Но у меня, так сказать, не полная переведенная версия. Не полностью переведенная, вот. Так, ну все, начало стандартное, подсолнухи. Первый зомби, против которого используем кабачок. Давайте первый ряд подсолнухов, все. Так, я, наверное, на вот этот первый ряд попробую поставить тыквы все-таки. Не знаю, будут они спасать или нет, посмотрим. Но попробовать стоит. Наверное. Так. Ну, капусту на самом деле уже можно было не использовать. Потому что зернопульта, она мне как кажется круче. Я ее как-то, ну, я уже... И в прошлой серии говорил, что я почти всегда ее использовал без капусты. Но тем не менее, давайте пока с капустой еще. Следующий уровень уже без капусты. Так, ну сейчас уже начну тыкву потихоньку начинать ставить. Уже один подсолнух всего остался. Вот, все. Так, зомби с конусом. Иди ты куда подальше. А точнее... Умри под кабачком. Так, и все, ставим первую тыкву. Не знаю, поможет это или нет, но даже если расстреляют подсолнух, бедный несчастный, этот своей катапультой, баскетбольными мячами, то я все равно потом смогу... Ну, тогда все равно потом урон на тыкву перейдет, так что... Пускай будет так. Так, тебе, наверное, надо зернопульту, да? Вот, пожалуйста. Так, ну а тыква не так уж и медленно откатывается. Она уже откатилась. Так, все, ставим еще одну тыкву. Так, зомби с конусом, ты мне не нравишься, так что иди под кабачок. Все. Так, а сюда поставим сейчас еще один орех. Тоже он откатился уже. Так, у меня до сих пор еще здесь нет капусты. Катастрофа. Так, ой, у меня уже походу урок начался, так что прерываемся. У нас же летсплей во время дистанционного обучения, правильно? Так что я прерываюсь, сейчас вернусь. Итак, народ, я вернулся. У меня сейчас прошел урок географии. Так, ну а мы с вами продолжаем расставлять тыквы, ну и все остальное тоже. Так, вот этому зомби с конусом срочно нужна зернопульта. А мне под рукой не нужен этот карандаш сейчас. Да, поешь немножко орех. А уже не сможешь. Глотку тебе залепили маслом. Так, ну, наверное, дальше будут только зернопульты. Капусты больше не надо, наверное. Ну, я уже все про капусту сказал. Больше к капусте приставать не буду. Так, что-то у вас здесь много стало. Может, у вас... Расплющить? Нет, один уже и так умер, ну ладно.
Так, нужно поставить где-нибудь еще один орех, пока он откатился. Ой, могила, не попал. Приближается большая волна зомби, а мы ее не боимся. На нашей стороне масло и капуста. Так, привет, катапульта. У меня кабачок почти откатился, подожди, уезжать-то. Да, сейчас проверим, будет работать. Нет, к сожалению, нет. Тыква от этого не спасает. Ну ничего, сейчас мы бабахнем кабачком эту катапульту. Все, уже бабахнули. Так, а тебе? Тебе маслице. Маслице. Так, ну давайте ему масло. Чтобы он не мог смотреть, куда он стреляет. Так, ну в принципе его бабахнуть можно. Бабах. Все, хорошо. Так, сюда... Сюда, наверное, поставим орех тогда. Пускаешь вот здесь тут ряд орехов. А здесь будут зернопульты везде. Так, пока все подсолнухи живы-здоровы. После двух катапульт. Так, ну думаю, как и в прошлый раз, пройдем этот уровень и еще один, и хватит. Ай. А, не смог начать есть. Ай, не ешь мой горшок, ну ладно. Съел так съел. Я тебе потом за него отомщу. Ну, точнее, я все время уже мщу твоим собратьям за это. Так, может и тыкву куда-нибудь сюда еще поставить. Ну да, пускай будут. Хоть никто и до них не дойдет. Но, тем не менее, мне иначе будет просто некуда девать солнце опять. Хотя, не знаю, успею ли я что-нибудь нормально расставить. Этот уровень-то короче. Так, опять промазал. Так, и надо будет еще вот этот орех заменить. То он страдает уже. Надо лишить его этих страданий. И посадить вместо него новый. Как бы странно это ни звучало. Так, ну, из-за масла никто даже никуда продвинуться не может. Мое масло залепляет всем мозги этим зомбям тупым. Так, откатилась тыква, откатился орех. Меняем орех, копим на тыкву. Так, давайте под солнышко немножко солнышек. Так, мы сюда поставим, ну, наверное. Ой, так, вроде я ничего не сдвинул. Так, все, возвращаемся. Так, не знаю, успею ли я расставить тыквы или нет. Скорее всего, нет, потому что для симметрии нужно еще как минимум две. А уже приближается большая волна зомби. Финальная волна. Да, давайте это увидим. Final Wave. Так, все, не надо мои подсолнухи трогать. Бабах, все. Блин, ну не ешьте. Что, вам жалко, что ли? Ну, зачем? Съели мне две зернопульты и два горшка. Так же нечестно. Я их ставил, солнышки копил. Ну ладно, в принципе, я уже обратно все восстановил. Но вот тыква никак не успеет откатиться, потому что остался последний зомби. Хотя, в принципе, можно просто подождать, пока она откатится, ее поставить для симметрии. Ну и пока я это говорил, она уже откатилась. Так, давай, все. Вот она, тыква. Ну и все, получаем зонтик. Я не помню, как здесь переведено, пальма или зонтик. Вроде просто зонтик здесь перевели в моей версии. Да, зонтик защищает ближайшие растения от прыгунов и катапульт. Но от прыгунов это в смысле от зомби на тарзанке. Так, у нас сейчас, я не знаю, какой уровень, сейчас посмотрим. Но, в общем, у нас теперь зомби на тарзанке, зомби с лестницей и зомби с катапультой. Так, ну берем три наших любимых растения. Капуста-то нам больше не нужна, берем только горшок и зернопульту. Обязательно зонтик, и чтобы еще взять. Это, конечно, глупо, но я хочу взять гипногриб. Все, поехали. Конечно, надо было брать чомпера все-таки и капусту или что-нибудь другое. Но я хочу что-то гипногрибом немножко поиграть. С учетом того, что я его на стриме в тумане не особо юзал. Ну, я уже не знаю, что мне комментировать в таком вот обычном стандартном начале. Кстати, у нас уровень 5-7.
еще остается 5-8 появления Гаргантюа. 5-9 это там уже Гаргантюа побольше будет. Ну это. Ну, короче, это опять Гаргантюа. И 5-10, последний уровень игры, Доктор Замбос. Вот и все. Так, ладно. Тем временем уже последний подсолнух первого ряда поставлен. Так, ну и давай ты съешь гипногриб. Хоть он и здесь дорого стоит, аж 150 получается в сумме. Так, ну давайте, подсолнушки, быстрее. Еще одно солнышко, спасибо. Все. Так. Теперь вот можно расставлять вторую линию подсолнуха. Ну, то есть второй ряд линий, это вот это, а это ряды. Так, ладно. Тебе тоже гипногриб, хорошо. Раз уж я взял гипногриб с целью поиграть им, давайте это выполним. Да, медленно ты к нему идешь. Я уже тут почти все подсолнухи расставил. Ах, да, надо будет вместо двух подсолнухов, вот я зря их поставил. Ну, в общем, вместо них мы поставим зонтики. Так, тебе тоже гипногриб сейчас будет, подожди только немножко. Так, все, гипногриб откатился, мне нужно срочно откуда-то взять 150 солнца. Так, надеюсь, он не успеет дойти, пока я накоплю. Так, все, я успел. Ешь гипногриб. Давай-давай, гипнотизируйся, молодец. Гипногриб вселился в тебя. Так, ставим второй зонтик, и в принципе пока что этой защиты будет достаточно. Еще потом где-нибудь вот здесь вот можно будет парочку поставить. Если что, один зонтик защищает область 3 на 3. Так, что-то много всех стало. Так что используем кабачок, а не гипногриб. Так, а тут у нас маслице уже. Так, ну, наверное, вот сюда поставлю. Две пальмы тоже. Два зонтика. Так, кому из вас гипногриб? Тебе, потому что здесь горшок есть, все. А туда зернопульку сейчас поставим. Да, вот так вот я играю на крыше гипногрибами. Ну, в принципе, это первая ПВЗ, здесь все просто. Я ее проходил более 10 раз, ну, полностью приключение. И по первому, и по второму кругу вместе. Вот, поэтому, как бы, я даже уже особо не знаю, что здесь комментировать. В общем, на этих двух рядах у нас оборона будет хуже. Надо было взять что-нибудь типа три стрела. Ну ладно, уже как есть. Тогда нужно поставить здесь зернопульты. Так, тут у нас затор из двух зомби с конусом. Ну, в принципе, сейчас, надеюсь, с ними кто-нибудь справится. А вот тебе, дружок, надо гипногриб. Хоть ты и обычный зомби, а не с конусом. Так, давайте еще одно солнышко. Будем. Проснись. Загипнотизируй его. Давай же. Давай, все. Здорово. Так, ставим еще один зонтик. Чтобы непрошлых гостей здесь не было. Так, а вот ты что-то далеко прошел, но в принципе, пока тебя маслом поливают, ты угрозы не представляешь. Так, все, добили, хорошо. Масло полезная вещь. Так, не знаю, стоит ли ставить ему гипногриб. Я сомневаюсь, что он дойдет до него. Поэтому поставим здесь лучше вторую зернопульту. Вот так вот. Все, хорошо. А куда-нибудь сюда поставим, пока откатился гипногриб. Здесь вот у меня пустая вообще линия. Так, не знаю, стоит ли ставить здесь, пока есть гипногриб, зернопульту. Эх, вот бы его загипнотизировать, ну ладно. Уже как есть. Так, тут у нас один обычный зомби, поэтому пускай уж загипнотизируется и все. Больше ничего пока туда ставить не будем. Так. Так, поставим сюда срочно орех. Без него как-то грустно. Так, все, добили зомби с лестницей. Так, о, вот он, гипногриб действует. Разгрыз своего собрата-зомби. Так, получаем масло. Вы, блин, ты мне сейчас что, мой орех испортишь?
Мой чудесный орех. Ай, они успеют его съесть, вероятно. Так, давай, давай, давай. Ешь, да, ешь его, все. Замечательно, только теперь орех у меня испорченный. Придется менять. Непорядок. Но придется. Так, ладно, тебя добили. Да, добили. Тебя тоже сейчас добьем. И у нас первая катапульта. Ну что ж, у тебя ничего не получится, у меня зонтик стоит. Все, замечательно. Так, тебе я хочу поставить... Ай, не ешь, не ешь, не ешь. Так, давайте, не убивайте. Во. Но, в принципе, он все равно никого не попробует. Я просто не знаю, работает ли у него в таком случае. Да, тут зонтика не было. Ну ладно, давайте поставим зонтики везде, чтобы никто ничего украсть не мог. Так, тут еще одну зернопульту надо. Так, тебе бы масло, дружок. Чтобы я мог под тебя поставить. Так, не ешь, не ешь. Есть, успел. Да. Доел как раз, когда он проснулся. Так, давай, вот, как он, интересно, будет есть. Да, походу, лестница в качестве брони не выступает. Ну ладно. Так, а здесь можно поставить кабачок. Так, правильно, на это вот среагировал. Как-то я играю кабачками, да гипногрибами, да зернопультами. Вот этот уровень уже повеселее из-за гипногрибов, хоть что-то необычное. Ну и уже этим уровнем будем заканчивать. У нас летсплей, короче, по два уровня в одной серии. В следующей серии мы сразимся с Гаргантюа. А сегодня у нас была катапульта. Так, еще бы куда-нибудь зонтик запихнуть, вот сюда. Так, ну давай уже. Так, мне что-то прислали по ходу в ВК. Так, давайте я посмотрю по-быстрому. Так, ВК у меня не было ничего особенного. Но тем не менее, я ненадолго поставил на паузу запись. Так, что-то еще, ну ничего страшного. Мне пофиг сейчас. А, тебе ничего не поможет. Видишь, ничего у тебя не получилось. Так, еще не финальная волна, поэтому... Поэтому еще зомби не принесли пока зомби на тарзанке. Именно из-за этого я расставляю вот здесь повсюду пальмы, эти несимметрично. Так. Даже некуда поставить гипногриб, как-то особо зомби-то нету. Так, сюда вот поставим. Ай, не ешь его раньше времени. Блин. Так, давай, 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 давай. Есть, вовремя. Теперь ты ешь катапульту. Вот так-то, вот и все. И тебе не удалось забрать мой подсолнух или пальму, на что ты там загрелся-то. Так, кабачок. Так, ну куда бы еще, куда-нибудь еще сейчас впихнуть зернопульт. Вот и все. Не пройдешь. Так, ну вроде у меня все под защитой зонтиков. Бояться нечего. Я как-то не особо все симметрично ставлю, как нубик какой-то. Так, давайте ему масло, да, молодцы. Так, не ешь, не ешь. Ай, съели мой гипногриб. Вот, получайте кабачком по башке оба. Так. Так, еще один сюда поставим. Ну, то есть зернопульт еще одну. Так, запись идет уже почти 20 минут. У меня скоро уж урок опять начнется. Литература. Так, ну, надеюсь, я дождусь. Так, зомби с лестницей, здрасте. Ай, опять он его съест раньше. Блин, ну, второй гипногриб потерял. Что ж такое-то? Так, ну, пальма пока нас тут спасает от катапульты, но уже не спасает, потому что катапульты больше нету. Так, заменим стенорех на пальму еще одну. Ой, то есть на зернопульту. Пальмочек уже хватит. Так, давайте, давайте, нападайте. Опа, не получится. Тут мои зонтики от вас защищают мою лужайку. Так, я думаю, может быть, куда-нибудь сюда поставить гипногриб.
О, сразу маслом залепили, как только выехал эта катапульта. Этот зомби даже не успеет откусить гипногриба. Все, его добили. Прикольно. А ты сейчас бабахнешь. Бабах, все. Твоя песенка спета. Так, что-то я уже на вторые клетки ставлю эти зернопульты. Просто солнце лью и лью. Получаю и выливаю на крышу. Да, прикольное, конечно, поле. Одни зернопульты сплошные. Приближается большая волна зомби. Финальная волна. Давай, давай, нападай. Что у тебя из этого получится? Да ничего. Да ничего не получится. Даже не пытайтесь. Так, кто-то съел гипногриб. Так, давайте еще один гипногрибочек кто-то съест. А вам сюда кабачок. Бабах. Так, не ешь, зонтик, не ешь. Эх, съел. А я заменил, мне ничего страшного. Так, ну и ты у нас катапульта последняя. В принципе, мне... Ну, зернопульты мои сейчас тебя добьют. Вот тебе еще одна. И все, сейчас ты бабахнул, молодец. И у нас... И мы получаем ромашку Мариголд. Золотой цветок здесь перевели. Вот это я помню, потому что это я использовал для фарма монет. Дает вам серебряные и золотые монеты. Золотой цветок. Все, главное меню. А, да, давайте посетим еще Зенсад, и все, уж тогда закончим. Так, польем наши маленькие ромашки. Или же это золотые цветочки, даже не знаю, как сказать. Ну, буду называть ромашки. Потому что все-таки это ромашки. Так, что это я их залил? Так, давайте. Так, извините, народ, я немножко прервался. Продолжим поливать наши ромашки. Уже немножко осталось, и они сейчас опять попросят удобрения. И подрастут немножко. Да, все уже. Вот тебе удобрение. И тебе тоже. Ну а так, с вами был я, Citrus0974. Подписывайтесь на канал, на основной канал, на этот канал, то есть. Ставьте лайки. Ну и в общем, всем счастья и всем пока. Это был... Лайтовый летсплей во время дистанционного обучения в стиле «сделано на коленке».